Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Мне почти 40, и вот уже 3 года я ищу себя. Какое значение для вас имеет возраст? Очевидно, что какое-то отношение он имеет, вы начинаете с него. Вот, нет ли у вас определенного кризиса? 40 лет, вот, то есть, если есть, то желательно обратить свое внимание именно на него. Дальше. 3 года я ищу себя, пишете вы. Да. А как вы это делаете? Что это значит? Да? Ну, то есть, то, что вы пытаетесь что-то делать, это вы, конечно, большая молодец. То, что вы стараетесь пробовать какие-то вещи, это очень хорошо. Но у меня есть такое чувство, что вы делаете это быстро, вы делаете это стремительно, и вы это делаете как будто бы для какой-то строго определенные цели. Вот. Что это за цель, да, тут нужно смотреть. Дальше. Ушла с нелюбимой работы, так как уже не могла там находиться. А что случилось? Почему вы ушли с нелюбимой работы? Как вообще получилось, что вы попали на нелюбимую работу? Вот, очевидно, что какое-то время вы там находились, и вы там работали. Для чего-то. Вот, потом там стало невыносимо для вас, и вы решили уйти. Вот, очень хотелось бы здесь тоже уточнить, как вы попали на нелюбимую работу, чем она нелюбимая, и что произошло, что вы стали чувствовать, что не можете там больше находиться. Вот. Еще очень важный момент заключается в том, а были ли вы там, если бы могли, ну, могли бы там находиться, да? Вот если бы вы могли там находиться, вы бы там оставались дальше. Переслушала множество курсов, попробовала разные профессии, но мне ничего не понравилось в итоге. Тут интересно то, что вы ищете. Понимаете, если человек не знает, что он ищет, ну, он никогда не поймет, что он это найдет. Тут вопрос, для чего вы пробуете профессии, и какие профессии вы пробуете. Понимаете, если я прямо сейчас пойду пробовать себя менеджером по продажам, значит, продавцом-кассиром, IT-специалистом, водителем, упаковщиком, там еще кем-то, да, то вряд ли мне что-то из этого понравится, потому что дело ведь не в разности и не в курсах, которые вы прослушиваете. А курсы, они нужны, как мне кажется, для того, чтобы помочь человеку овладеть теми вещами, теми знаниями, которые он хочет владеть. То есть, если я хочу чем-то заниматься, да, то мне необходимы курсы для того, чтобы я научился хотя бы заочно, теоретически делать то, что я хочу. Например, хочу начать программировать, да, вот,
послушал курс, как это делать, и, соответственно, это за счет моего интереса к предмету, да, вот эти знания, они, ну, что называется, усваивались живо. В том, что вы живо усваиваете информацию и какую-то практику, у меня есть большие сомнения. Возникает идея, я пробую, но разочаровываюсь и бросаю. Смотрите, разочарование здесь сложное чувство. С одной стороны, да, очень легко сказать, как мой коллега, что вы боитесь карьеры, боитесь успеха и так далее. Может быть и так, я не знаю, тут нужно выяснять, нужно это смотреть, исследовать, но я хочу обратить внимание просто на другие моменты. Вы говорите, значит, появляется идея, я пробую и разочаровываюсь. То есть у вас есть видение того, как должна эта идея реализоваться. Идея должна реализоваться, судя по всему, быстро, стремительно. Вопрос, почему так? Почему вы считаете, что ваша идея должна реализоваться именно быстро, именно стремительно? И что с вами происходит, когда вы видите, что, ну, не получается, да, что вот какие-то препятствия, да, возникают на этом пути и так далее. Почему вам нужно именно быстро идею реализовать? Ведь идея — это творчество. У творчества свои темпы, да? Вот, не совсем здесь понятно. И мы здесь переходим к потребностям. Чего вы хотите, стремясь к тому, чтобы ваша идея реализовалась быстро. Чего вы хотите. Дальше. Остро встал вопрос денег. Время идет, решения нет. Пора начинать зарабатывать. Но вот не сдвинулся. Ну, конкретно зарабатывать можно и без симпатии. Да, не обязательно работа должна быть любимой, если мы говорим о заработке денег, потому что заработок денег — это немножко другое. В чем моя проблема и как мне решить ее? Ну, по такому маленькому количеству текста вряд ли можно с точной уверенностью сказать, в чем ваша проблема. Вот. Лично я думаю, что ваша проблема в том, что вы изначально придаете значение, значимость тому, что вы делаете, какую-то вот несколько не такую. Мне кажется, что проблема в том, что вы не осознаете себя, то есть проблема с осознаванием. Безусловно, у вас разочарование здесь возникает как блок. Вот. Но видите ли, разочарование как явление абсолютно нормально. Человеку нужно разочаровываться. Когда человек разочаровывается, он сталкивается с реальным миром. Это тяжело, это не всегда безболезненно, но это нормально. Вы на разочарование реагируете избеганием. То есть для вас разочарование означает что? Что вы принимаете его на свой счет. Типа, вот у меня идея не реализовалась, значит, эта идея плоха. То есть вы пытаетесь что-то доказать через идею, что-то доказать кому-то. Ну, вряд ли творческая деятельность или профессиональная деятельность может быть в той сфере, где нужно что-то доказывать. Вот. Еще мне показалось, что вам не столько вот нужно генерировать идеи и их реализовывать, а как будто бы вы должны это делать. Не совсем мне ясна и связь между тем, что вы не нашли то, что вам по душе, и то, что вам нужно работать, зарабатывать деньги. Связи между этими вещами нет. Дальше. Предыстория такова, что я с детства была активна, у меня была цель построить карьеру. Смотрите. Вы были активны, это хорошо, но что есть эта активность, что это такое?
Что из себя эта активность представляет, пока не ясно. Цель построить карьеру тоже выглядит немножко сомнительно. Ну хорошо, построили бы карьеру, а что дальше? Для чего вам эта карьера? На самом деле, если мы говорим о профессиональной реализации, то цели она не имеет. Она имеет лишь направление, вектор. Но цели нет. У вас же цель именно построить карьеру, то есть добиться какого-то определенного места в социальной, в социальной, так сказать, структуре. Зачем? Что-то доказать? Ваша детская активность не имеет отношения к цели построить карьеру. Дальше, в 20 я вышла замуж, родила, закончив университет, переучилась на другую специальность, но в итоге муж запретил работать, так как был ревнив и вообще абьюзер. Что ж, довольно большое предложение. Как получилось, что при цели построить карьеру в 20 лет вы рожаете и выходите замуж? Непонятно. Как получается, что вы переучиваетесь на другую специальность? Как получается, что вы позволяете мужу вам что-то запрещать? И как получается, что вы связываете свою жизнь с ревнивым человеком и человеком, которого вы считаете абьюзером? Странно. Дальше. Есть такое ощущение, что так стремительно выйдя замуж, родив ребенка, вы хотели безопасности. Есть ощущение, что и карьера для вас тоже некая такая возможность получить безопасность, уверенность, устойчивость, может быть, определенность. Вопрос только в том, что вам угрожает. То, что ваш муж ревнив и был абьюзером, ну, очевидно, не считался с вашими личными границами, говорит о том, что такое ваше отношение к себе. Так вы относитесь к себе. Вот это вы такая неуверенная, нарушающая личные границы свои внутренние и так далее. Это вопрос. Спустя 12 лет я ушла от него со скандалом. Может, в этом причина? Спасибо. Ну, если вы ушли от него спустя 12 лет, возникает вопрос, а чего же вы столько терпели? То, что вы ушли со скандалом, ну, очевидно, как говорит о том, что у вас там травма, где вот вы от него ушли. И травму это нужно прожить. Лично я думаю, что вы свою состоятельность, свою значимость, нет, не так, свою состоятельность и реализованность, как некий завершенный процесс, ставите во главу угла своей жизни. Вот в этом большая трудность. Чем больше вы что-то делаете значимым в своей жизни, тем сложнее этого достичь. Вот. Какие у вас вообще интересы? Насколько интересна вам ваша жизнь? Какие ваши увлечения, ценности, хобби? Как вы проводите свободное время и отдыхаете ли вы? На все эти вопросы нужно найти, поискать ответы и посмотреть, насколько вы там являетесь собой. Есть ощущение, что не так часто и много вы можете быть собой. Нужно учиться в таком случае. И тогда реализация во всех сферах, не только профессиональной, появится сама собой. Всего вам самого доброго.